Всем привет! Сегодня я буду готовить быстрый ужин. Для этого нам понадобится лук, болгарский перец разного цвета, болгарский перец нарезаю на крупные кубики, мясо нарезаю соломкой, лук полукольцами, хмель, сунели, чеснок, томатная паста и зелень. На сковороду наливаем масло, выкладываем лук. Будем обжаривать лук минут 15. Выкладываем мясо и жарим мясо до готовности. Добавляем томат и хорошенько все перемешиваем. Добавляю воды. У меня мясо говядина, поэтому я буду тушить мясо полчаса. Добавляю соль. Мясо почти приготовилось. Добавляю хмель и сунели. Выкладываю болгарский перец и буду жарить минут 5. Добавляю еще немного воды. Все хорошенько перемешиваю. Довожу до кипения. В конце добавляю чеснок. Выключаю газ. Добавляю зелень. И наше блюдо готово. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Перед подачей снова посыпаю зеленью и буду подавать с рисом. Быстрый ужин готов. Всем приятного аппетита!